для установки приборки в Е84 нужно сначала опустить руль максимально вниз. Но мы совместили его с заменой руля. Вот, монитор уже тут хороший есть. Монитор не надо уже ставить. Вот, снимаем приборку. Приборка снимается на двумя саморезами в потолке, держится легко, как на всех машинах, в принципе. Вот, затем нужно снять козырек. Козырек, он держится на четырех саморезах. Вот так вот стоит. Вот. Снимается козырек для того, чтобы нужно подпилить вот эти вот углы. Вот эти вот углы, они будут мешаться с двух сторон для установки приборки. Вот, они спиливаются. И тогда приборка ставится. Ну, дальше процесс подключения сниму, покажу. Кабель USB выводится через торцевую заглушку сюда, и там его можно оставить. Подрезаются эти уголки именно потому, что они, вот видите, вот упираются вот здесь, в этих местах, вот в углы экрана. И поэтому их нужно, и козырек поэтому не сядет, пока не подпилить, так что они тут оказываются лишними. Все подпилил, и он сел нормально. Он уже саморезами его не притянуть, но он фиксируется вот в этих позициях защелками, а здесь он распирается сзади специальными пластиковыми кронштейнами. Дальше нужно подключить вот эту кнопочку reset, поставить пластиковую рамку и вот сюда вот два самореза в штатные места закрепить его. Такие вот уголки вырезал. Вот и вот так они выглядят. Пленочку надо снять перед установкой рамки, и рамку нужно поставить на место, эту пластиковую, перед установкой крышки, иначе потом не подключить вот эту кнопку reset сверху. Только удалось поставить, тут закрепить, когда я ее наклонил, монитор. Руль поставили, поставили приборку. Сейчас приборку обновим, чтобы у нас тут кое-что появилось. Тема у нас тут. Четыре темы наличия. Такая, такая. Как в М-ке. Язык выберем. Обновим кое-какие файлы. Все, появилась буква М, обновили. Так оно все выглядит с рулем.
Все, осталось настроить тут приборку, дату, время, даты сервисов, ну и прочее по мелочи. Тоже не буду снимать, это как на всех приборках. Так вот выглядит с машинкой. Так показывает температуру масла охлаждающей жидкости. Цвет можно машинки поменять. Что-то цвет золота и серый, что ли? Странно. Посмотрим, что золото у нас покажет. Ага. Ну вот такие вот машинки. Короче, она меняет сразу и саму машинку. Какая-то поинтереснее была. Почему-то всего два варианта. Она такая же, просто по-другому, в другом ракурсе. Ну вот как-то так. Стрелки плавно двигаются. Без задержки, в принципе.